Ломим. Во время оно один человек пришел к Иисусу, клонись, и сказал ему: «Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым, где они схватывают его, повергают его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими, и цепенеет, говорила с ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Отвечая ему Иисус, сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесновато видел его дух, сотряс его, он упал на землю и валялся, и спускал пену, и спросил Иисус отца его, как давно это сделал с ним. И он сказал: «С детства, и многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь жалиться над ним, и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас же отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него, и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и тот встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не могли знать его, и сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как токмо молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал его, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении третий день воскреснет. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В чтениях очередной недели Святого Великого Поста в Евангелии от Марка предлагается вот эта удивительная глава об исцелении бесноватого юноши, которые не могли помочь апостолу, ученики Спасителя, хотя Господь научил их всему. И здесь есть две ключевых идеи. Первая – это поверие родителя, как происходит исцеление у сына, потому что сын больной, ну как он может веровать, если он сам не до конца осознает саму веру? Это говорит о том, что как молитва отца, так и молитва матери, она из огня буквально выдергивает человека, спасает человека. Это многократно исследовано вообще в жизни. Те матери, которые во время Великой Отечественной войны молились за своих детей, ходили в храмы, тех детям, как бы, ну, Господь сохранял таких людей. Более сохранял иногда, потом по воспоминаниям, человек должен был уже погибнуть, и вдруг каким-то непревзойденным, чудесным, особым образом человек спасался. Почему это происходило? На каком основании это происходило? Никто не мог это знать. А в этот момент мать где-то далеко, за тысячи километров, молилась за своего страждущего сына. То же самое, ведь молитва матери многое может, как говорим, да, к благосердию Владыки. Молитва всякая молитва, она обращена вверх. Но мы можем же не только о себе молиться, не только о своей какой-то корысти молиться, или там: «Господи, дай мне там разума, дай мне понимание моей жизни, дай мне исправление моей жизни». Мы можем и за других молиться. И вот эта молитва тоже очень-очень важна. И вот отец говорит сегодня, какие слова интересные: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Вот, действительно, осознание своих немощей, осознание своей греховности, осознание того, что он всего лишь какая-то крупинка в этой жизни. «Если, Господи, ты сможешь хоть сколько-нибудь мне помочь, помоги. Я маловер, да, я неправильно, может быть, живу, как говорит этот отец. У меня нет веры реальной, крепкой, настоящей.
я не понимаю до конца существо Божьего творения, рассуждения о Боге. Вот не считаю себя каким-либо богословом. Иногда почему-то у всех такое мнение, что тут Русь была крещена, она не просвещена, и всем нужно во всех богословских вопросах разбираться. Но, однако, видите, как смеялись над Византией в плане того, что каждый там юноша ходил и размышлял, в чем разница между подобосущим и единосущим, да, Миусиус, Амаусиус, а как это помогло, в конечном итоге, этим людям спастись, да, только ввели друг друга в искушение. То есть, оказывается, есть пределы наших размышлений о Боге. То вот того, что нам нужно, есть вполне достаточно и в Священном Писании, и в Псалтыре, и в некоторых поучениях отцов Церкви. В каких-то других особых аспектах богословия не всем и нужно разбираться. Зачем нам в этом разбираться? А для этого существуют такие как бы благочестивые люди, комиссии специальные, там богословские разные собеседования. Вот, где об этом специально обученные люди рассуждают и выносят на суд всей церкви. И когда церковь уже принимает те или иные богословские определения и изречения, тогда они становятся достоянием всех верующих, всей церковной полноты, всего мира, всего сообщества церковного. И очень важно, что Господь указал, почему же апостолы не смогли исцелить этого юношу. Потому что у них было недостаточно не веры, вера у них была вполне. А они не, может быть, в полной мере следили еще за собой. Они не могли правильно поститься, они не могли правильно молиться, понимаете. Еще не научены были. Еще Дух Святой в полной мере не действовал у них. Сегодня мы вспоминаем преподобного Иоанна Лестничника. Мы вспоминаем вообще сам подвиг преподобных как таковых, Марию Египетскую и других. А в чем заключался подвиг преподобничества? Да? Это особое, это прежде всего и отшельничество, и такие виды, экстремальные даже виды ограничений постовых. Допустим, вот возникла в восточном монашестве уникальная традиция столпничества. И Даниил столпник, там Симеон столпник. Это нечто, что не знала языческая аскеза. Люди на каких-то небольших площадках пребывали годами, находясь под зноем, под солнцем, под дождем, как где-то, может быть, даже под снегом. Ну, были западные подвижники, которые в Альпах там находились, там стояли, да. И это особый вид молитвы за весь мир. Почему они туда забирались? Почему они уходили в особый вид вот этого, с одной стороны, и отшельничества, с другой стороны, народ так к ним стекался и вопросы им задавал. А Господь им открывал, и они каким-то чудесным образом отвечали людям на те насущные вопросы, которые им задавали. Вот. И каждый из нас в иной степени, пребывая уже много лет в церкви, сталкивался с такими людьми. Мы сами тянемся к такому человеку, кому можно задать вопросы, которые как бы имеют прямое отношение, и он с Богом общается. И нам бы хотелось, чтобы старец, да, какой-то глубокий верующий человек нам помог и упростил нашу жизнь, что дай нам ответ, почему у нас так, почему у нас что-то не получается в нашей жизни. Нам-то всем хочется, понимаете, мы все себя немножко детьми ощущаем, я про себя, допустим, говорю. Но, к сожалению, все меньше и меньше таких людей, у кого можно так упросить, чем больше живешь, тем сложнее таких людей найти. Не знаю, как-то старцы у нас потихонечку, как-то уходят, что ли, отнимаются. Может, они появятся новые еще подвижники благочестия. И будут очередные Иоанны Лествичники, будут Даниилы Столпники, там Симеоны Столпники, Марии Египетские. Только другие имена носить, и будут по-другому служить людям именно верой, молитвой и постом. Потому что на всех этих трех
духовных составляющих, да, как бы наша вера жизнится, наша православная вера. И тогда никакой дух лукавый, никакой злой дух, тот, кто одолевает человека, тот, кто приводит человека к самым страшным внутренним раздвоениям, расстроениям, не возникнет тогда трагедии. Человек получит исцеление и будет приведен к нормальной человеческой жизни. А если это не случится, если человек одолевается злым духом, какой бы ты ни был, да, кого, кем бы ты себя ни считал, жизнь может закончить такой человек очень-очень печально. Вот недавно, как вы знаете, там известный один артист там, да, покончил жизнь самоубийством. Я был певец такой, не буду называть кто, но все понимаете, о чем я говорю. Но я вот подумал, ведь говорят, что он человек верующий был, да? Какова была вера, что никто ему не смог духовно помочь избавиться от каких-то внутренних противоречий, какого-то внутреннего конфликта, какой-то сердечной неустроенности. И если это есть неустроенность, почему ему никто не смог помочь? Кто с ним был знаком? Вот. И начинают там искать правых, виноватых. Не надо никого искать. Не правые, виноваты. А нет, не было рядом людей, которые могли бы духовно ему помочь реально. И изгнать этих демонов, да, которые в сердце человека поселились, и знать постом, молитвой и верой. Потому что ничего другого, никакого другого лекарства, кроме этих трех, не существует. О чем сегодняшний Евангелие совершенно однозначно нас уверяет. Сей род может быть изгнан только молитвой и постом. Но мы можем только добавить еще, что соединенностью с Богом, да, причастием нашим с Богом. Аминь. Спаси Господь.